На начале в Онеге сгорело двухэтажное здание бывшего завода управления рядом с местным ЛДК. Все случилось вечером. Сгорание заметили работники комбината. Когда спасатели прибыли на место, нежилая деревяшка была уже полностью охвачена огнем. Последние 2 года она не эксплуатировалась. На месте работали 5 единиц техники, 11 пожарных. Пострадавших нет. Была угроза, что пламя перекинется на соседний магазин, но его удалось отстоять. Причины пожара выясняются.